Новый микрорайон Люберец-Жулебино-парк развивается. Сейчас готовится к открытию еще один новый детский сад на улице Летчика Ларюшина. В коридорах и группах запах свежей краски. Рабочие выполняют внутреннюю отделку, монтируют вентиляцию и устанавливают технологическое оборудование. В этом детском саду на 350 мест предусмотрены 14 групп для детей от 3 до 7 лет. Актовые и спортивные залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Во дворе садика уже установлены веранды, горки и качели. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта запланировано на третий квартал текущего года. Объект очень современный, качественный. Самое главное, что он готов уже на 95%. И в этом году дети пойдут в этот новый детский сад. Еще в том году, только буквально в начале этого, мы открывали через бульвар напротив такой же сад на 350 мест. Но так как микрорайон большой, развивающийся, очень много молодых семей, была необходимость в строительстве еще одного объекта.